Салам алейкум, друзья. Приветствую всех на экспорт Toyota Land Cruiser GR Sport. Есть в данный момент вот этот цвет машины. Передние датчики парковки, омыватель фар, LED-лампа, трехглаз, дневные огни. Здесь впереди вот камера 360 градусов, и радар имеется. И здесь лого GR. Значит, здесь бесключевой доступ. Здесь ветровики, рейлинги. На двери тоже лого GR. Здесь высвечивается надпись Land Cruiser. Вот такой комбинированный черный с красным перфорированная кожа. Здесь имеется подогрев сидений, обдув сидений тоже. Пуш-старт. Вот такой монитор. Тифлок все здесь есть. Здесь холодильник. Потолок черный. Люк. GR лого. Диски такие 18 размера. 24 модельный ряд. Здесь надписи на арабском. Это GCC комплектация, то есть для стран Аравии. Но здесь есть опции зимние. Здесь справа-слева кнопки на руле. Значит, управляется слева мультимедийной аудиосистемой. Здесь круиз-контроль. Багажник открывается автоматически. Здесь управление боковыми стеклами. Здесь дефлок все. Здесь вот GR. Лого здесь тоже есть. Аптетрон табло. Задний ряд, второй. Здесь монитор есть. И второй ряд не имеет подогрев сиденья. Значит, семиместный. Вот третий ряд уложен. Здесь находится фаркоп, закрытый, пластиковый. Здесь коврики, треугольник, аптечка, все есть. Третий ряд здесь уложен. Здесь есть огнетушитель. Сзади спойлер, лого GR Sport, датчики парковки, отражатель противотуманный. И вот машина такая есть. Если кому интересно, пожалуйста, звоните, обсудим. Спасибо.